footballs. Видео про жучка. Он сушит крылышки и бегает по нашей салфетке. Да. Как ты его назвал? Никак, как. Или видел? Все Гоши. Жучок. Нет, паучок Гоша был. Это жучок. А, это жучок, он от своего имя. А он, кстати, летучий какой-то или нет? Да, он крылышки сушит. Он просто намок. Он сейчас высушится и улетит. Интересно, а скажешь нам спасибо? Ну, вернее, вам сниму.
Блин, у меня сложности. Он начал быстро бегать в последнее время. Он просто очень маленький. Да-да-да. Там вон. Сейчас крылышки раскроют. Ага. Он должен полететь. Это же взлетная полоса. Козявочка. По большому счету, ты бы так его никогда и не разглядел, как камера позволяет это сделать. Ну, почти в 3 раза его увеличивает, как и есть, 2,7. Да, он в миллиметра 3. Ну что ты, дружок, пирожок. Опять тебя спасать, что ли? Ты сейчас умрешь, что ли? Опять попал в воду, прикинь. Все, поплыл, Вася. Это, короче, Вася. Ладно, сейчас да, Вася будет спасен. Вася, привет. Ты спасен. Опять крылья намочил. Сапоги теперь будешь сушить до завтра, пока солнце не выйдет. Мы с тобой прощаемся на сегодня. На пол еще салфетки. Это мокрое уже. Я же маленькую ложила, не такую большую. Ну, зато здесь будет у него поле. Понятно. Ну ладно. Гуляй. Может, тебе дом на ночь будет тоже, Вася. До завтра, Василий. Все вот это вот было. На таком маленьком клочке бумажки с неба. История про Васю продолжается.